Финансовый альянс тестирует блокчейн. По информации шведского Dagens Industry, NASDAQ и шведская финансовая группа SEB Group испытают технологию для работы профессиональных инвестиционных фондов. Дабы упростить операции на фондовом рынке, компании уже разработали прототип платформы, позволяющей всем его участникам делиться информацией о транзакциях в блокчейн. По словам исполняющего обязанности директора по коммуникации с инвесторами SEB Group Йорана Форса, компания планирует продолжить сотрудничество с NASDAQ и другими заинтересованными сторонами, поскольку стремится к универсальной рыночной инфраструктуре. По мнению старшего вице-президента NASDAQ Магнуса Хагленда, инвестиционный рынок идеально подходит для внедрения блокчейна, и его применение сделает данную отрасль более эффективной. Конкретное время запуска тестированной платформы пока не сообщается.